Ух ты, раскурлыкался как. Вообще нравится. Красавец ходит такой. А где индюшка у нас? Что-то я ее не вижу. А, ну, этот красавец, конечно. Мне вообще нравится. Чего ты такой раскурлыкался? Бабушка, когда смотрела видео, увидела индюка. Говорит, вы где такого Настю купили? Я говорю, в том году цыплятками брала. Она говорит, слушай, береги, говорит, своего индюка. Потом, говорит, будут у тебя вот такие же вот индюшата. Красивые. Считай, за столько лет, да, у нас первый раз самец попался. Ой, раскрякались-то, раскрякались. Выпустил папа их на волю. Ой, да ты курлыкаешь, да. Ты курлыкаешь, а где твоя индюшка-то? А, вон там индюшками с сысарками гуляет. Ну все! Все, разорались, разорались, разорались. Это так кричат сысарки. Я только один раз сказала цесарки, они заорали, как бешеные. Ой, распушился. Это как он у нас распушился, важно. Какой ты у нас красавец. Гуси в снег пошли, Владик, смотри, они им по снегу гулять нравится. Ой, два белых и два черных гуся, как в сказке. Какой ты красавец, распушился. Ты что, на меня, что ли, налез? Владик, он на меня наезжает, еще и фуркает. Я в шоке, он фу так делает, фу. Ты что фуркаешь? Ты посмотри, Владик, как он фуркает. Он видел, как фуркает? Я первый раз увидела, что он на меня фуркает. Ух ты, какой! Какой ты красавец! Мне вообще прям нравится. Папа разбирает парник. И будем перепахиваться здесь теперь. Ты ко мне не подходи. А то, не дай Боже, ты на меня налетишь. Хоть и говорят, что индюки мирная птица, но кто его знает. А там гуси идут. И среди них один черный, мне кажется, самец есть. Вот такие вот гуси. Вон там индюшка с цесаркой по снегу топает. Отти, 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 как в снег только дырк. О, Машка вышла. Гулять пошла? Нет. А что делать? Посидеть у тебя можно какое молоко? С чаем можно пить. Отти как раз фыркает. Как он фыркает. Это не индюшка, это цесарка. Что ты на нее фыркаешь? О, индюшка вон там. Он ко мне подошел. Ты посмотри, Владик, я его боюсь. Он ко мне идет и фыркает. Ты посмотри, что? Он фыркает ведь на меня. Ну нафиг, я лучше на лесенку уйду. Страшно, слушайте. Да ты красавец. Иди он на хозяина фыркаешь. Что ты на меня фыркаешь? Я вышла прям в тапочках. Мало, видимо, болею. Какой крошавец. А жопа-то облезлая. Не фыркай. Ладно. Всем пока.